Ну, для нас, россиян, наверное, самое дорогое имя, вот оно связано и с детскими выступлениями, и с детской музыкой тоже, это имя Петра Ильича Чайковского. И Петр Ильич Чайковский в свое время тоже понял, что невозможно играть одни вот такие технические произведения, этим должно быть интересно. Он все сетовал, и в письме даже была такая у него фраза: «Бедным детям, кроме альбома детского Шумана, играть-то больше нечего». И вот он написал такой свой детский альбом, который все знают и все играют с первых шагов. Называется «Детский альбом», вот так. Но помимо детского альбома мы сегодня послушаем пьесы из детского альбома. Еще очень много музыки у Петра Ильича, которая связана с миром детства. Знаменитые его песенки «Мой лизочек так уж мал», знаменитые его колыбельные. И вот сегодня вы одну из колыбельных услышите в исполнении Софьи Серовой, Сони-выпускницы нашей школы, вот по классу виолончели. Ведь так трудно научить виолончель петь, а певучая музыка Чайковского как нельзя лучше подходит для этого. Петр Ильич Чайковский, «Колыбельная», исполняет Серова Софья, концертмейстер Светлана Васильевна Качалова.